Всем привет! Всем привет из клуба Титан. Сегодня мы собрались зарубиться 100 на 100. У нас будет два раунда. В первом раунде у нас участвуют Александр Гурин, мастер спорта по бодибилдингу. И Груздев Дмитрий, мастер спорта по стронгмену. Дима, ваш лучший результат в джиме лежа. 145. У Александра 160, сейчас проверим. Но Дима превосходит в массе. Алена засекает время. Саня, ты готов? Всегда готов. Саня, ты видел, что Димон псих вообще, да? Не зли меня, я псих. Почему первый? Можно одновременно? Да. Вы одновременно начинаете. Интересно, я не буду видеть, как будет мой противник. Ты будешь слышать, поверь мне. Не заводи. Внимание. Марш. А Саня кто считает? Да мне 10. Сань, 12 уже был. По-моему, Дима на силу на исходе. Дима, что, все, закончилось? Пока, ну так еще. Сразу смотри, смотри, он рванул вперед. Внимание. Так можно делать? Конечно, конечно. Марш. Кто быстрее? Просто 11, 12, 13, 14, 15, 16. Саня, как до сотки-то дойти вообще можно? Блин, не знаю. Сложно, да? Дима, сколько еще сможешь? Я домой. А ты не забивай. Хуй. Все, а вдруг он забьется быстрее? Тебе работает. Ты копейки будешь смотреть. Саня, сколько? Саня уже падает со скамейки. Саня, сколько уже? 21. 21. А ты можешь по одному разу, Дима, по одному разу. Один раз пожал, вздохнул, еще раз пожал. 7. Вася, сколько? Бля, у меня 96 получилось. Наверное, один. Так. Сколько? 24? 24 получается, да. Сколько времени у нас? 2 минуты еще, только прошло 50 секунд. Саня, что, притрен уже не действует, да? А вы с притреном уже? Вы еще притрен пили? Трен. Мы так это... Туринабол, метан, притрен, креатин, БЦА, оптимен, глюкозамин, детское питание. У Сани просто темные блины, он на темной стороне. У Димки красненькие, желтенькие. Праздничный цвет. Новогодний цвет. А у вас там точно сок? Да, наверное. Саня, сколько сделал? 26. 26? 26. Офигеть. Смотри, вот сейчас жмешь 8, и у тебя уже отрыв будет нормально. Давай. В отбив хороший, Дима, в отбив хороший, в грудь. В отбив, да. Бросай или на грудь, там подлавлю. Я пробью грудь. Ты же штангу не погни, главное. Суровый белоручейский парень в джинсах. Он вчера так лежал. Дай ему пофигу вообще, когда жать. Любое время. Вася, а ты по сколько? По 50? Два подхода по 50? Я один на 100. Один на 100? Димон, расскажи, как у тебя ощущения от такого жима жесткого? Нормально все? Вова, за кого болеешь? Я болею за спорт. А Леха все занимается. Лехе некогда болеть. Да, Леха? Да. В углу святого Малана нельзя как бы особо отвлекаться. Раз. Два. Три. Мощь бодибилдинга. Ну вот она где. На характере надо. Да, Вася? Три. Это сколько уже получается? 46. 46 раз. Саня не отстает. У Сани сколько? Кто считает у Сани? Ну, понимаю, погоди, так.
ноздря в ноздрю. Да-да-да. Для Сани это просто возможность прокачать грудные. 4. Давай. Дожмешь. Вот, с бивчиком. 5. Вот. Сколько хорошо получается? 51? Уже появился пот тренировки. Это все Лехины тренировки на выносливость. Они работают. Да, Леха, спасибо тебе. Давай, настройся. Пользуюсь моментом. Даю привет, Леха. Леха, привет. Давай, пошли. Отбивчик сразу с первого. Давай. ЛМС. Раз. Два. Три. Четыре. И отбивчик. Пять. Леха, красавчик. А Саня не отстает. Причем Саня предоставил лучшую скамейку для Дмитрия. Да, кстати. Да. Можно засчитать еще раз. Эта скамейка... Давайте у него 99 тогда. Виталий, кто кого обходит? Расскажи. Как главный судья. Ну, пока Вадигорский-то побеждает. Давай, локотки. Ну, главный судья не допустит, чтобы победили приезжие. Не, я за правду. Три. Еще разок. Вы честно судья? Да. 1000 рублей. Да, Аштал, видишь, плюс 4 было, и сейчас плюс 4. 74. Пишем 5, 3 в уме. А Саня все не угомонится никак. А мне Леха, знаешь, что сказал? Леха мне сказал: Саня, 10 по 10. Я говорю, а если я не смогу по 10? Саня, надо. Ну он такой, тренер, не ищущий компромиссов. Да, 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 надо. Ты можешь отдохнуть подольше, но надо 10. Вася, сколько у Димы? 74 раза. Сейчас будет 75. А Саня тут пыхтит. Давай! Давай, нажимай! Два засчитываем. И жми! Давай! Самое интересное начинается. Сейчас ставь силы на потом. Еще 23 раза. Еще время-то есть, да. Уснул. Два точки. Отбив. Жми! 83. 88. 12 раз. Саня, сколько? 85. 85 раз? Да. На кого ставишь? На правду. Леха, а ты на кого? На веру. А? На веру. На веру? Да, на веру. Тут Дмитрий и Александр, где вы здесь веру увидели? Кто верит, тот и победит. Чувствуешь, что это витает напряжение в воздухе из-за судейства? Саня, как ощущение? Панк. Трицепс раздулся, так я сейчас лопнет. Тереш, он отдыхает. Давай, Саня, немного осталось. Два. 10 раз осталось. 90. Димон, что самое сложное в зарубе? Жрать. У Димы 90 осталось 10 раз. Выходим на финишную прямую. Он только размялся. Для стронгмена это вообще мелочи. Саня, тебе еще 13 раз. Чертова дюжина. 12. А, 12 уже? 8. Саня, в чем проблема? Почему проигрываем? Закончился протеин? Это ход такой. То есть ты сейчас начнешь выгоняться, да, я так понимаю? Один как в стену идет. А? На том стороне, я говорю, как в стену идет. Ну видно, что тяжеловато. Креатин пил? Все, закончился. Закончился? Давай, жми! Саня почувствовал шансы. Давай, Денис. Мне помочь? Саня, это что было-то? Я не знаю, все, край. Я понял, масса решает просто. Тут даже не дело ни в джинсах, ни в стронгмене, ни в железном настрое, ни в белом ручье. А в жире. Масса решает. Под кожным зрением. Че стоите-то? Помассировали бы парни. Вася, это какое повторение? Да что у тебя? Лежишь полчаса уже, Вася.
нас дальше. Не, нам сейчас еще раз попробуй, да. Давай! 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 Это какое уже повторение? 90? 94. Дима, уже 93 у Сани, надо когда-то собираться. Счет 93-93. Сможет ли Александр 93-й преодолеть на 94? Да? Сколько времени, Ален, осталось? 2 минуты осталось. Ты как раз на пару раз еще, Саня. Давай. Один претендент уже сошел в дистанцию. Саня, давай, от этого раза все зависит. Победит ли бодибилдинг стронгмен? Бодибилдинг? Да-да-да. Давай, Бролик. Я тебя верю. Ты мой человек. Давай. Оп! Опачки. Чисто. Еще можешь. Еще, Саня, давай еще раз. Давай еще раз. Давай, поставим точку в этой победе. Димон мастился, что-то особо не помогло. Он еще больше устал, но мастил. Да-да-да. Дима, проблема в чем? Мастился долго, сил не хватило. Вчера занимался. Дорога. Все сказывается. Да. Дорога дальняя. Оп, нет. Еще хорошо. Еще давай. Тяни. Итак, уверенную победу одержал Александр Гурин. Он выполнил за час 90. Александр, 94, 95. Неуверенно, да, да, да. Дима не отставал. Дима, кстати, быстрее сделал 93 повторения. Обгонял по времени, но по силе не успел. Ждем новых заруб. Привет можешь передать, пользуясь случаем. Домой хочу уже. Все. Привет, Лехе. Лехе, привет.